Еще в день нашего знакомства я поняла, что он мой будущий муж. Я рассказываю эту историю всем и буду рассказывать своим детям. Эта история, она волшебная. В нее можно не верить, но не поверить в нее невозможно. Все случилось в один миг, когда я впервые увидела его глаза. Наши взгляды пересеклись, и тут началось именно то волшебство, о котором мы всем рассказываем. В его глазах я увидела будущее. Меня как будто пронзило током. И в мыслях пронеслась фраза: «Это мой муж». Я как сейчас помню ее то утро, когда увидел ее глаза. И с того самого мгновения я не переключал думать. После той секундной встречи я не могла прийти в себя. Это сводило меня с ума. Я думала о нем и днем, и ночью. Я постепенно узнавал ее характер, ее жизнь, какая она. И благодарю Бога по сей день, что встретил именно ее. Антон, он настоящий, в нем нету злости, жадности, зависти. Он очень умный и добрый. В современном мире таких, как он, очень мало. Он верный, он настоящий. Я могу закрыть глаза, протянуть ему свою руку, и я знаю, что он поведет меня по лучшему пути. Мы вдвоем можем все. Она это постоянно говорит. И это правда. Вместе мы сила. Нам весело вдвоем. Всегда есть о чем поговорить, и это очень важно. Я помню тот день, когда он сделал мне предложение. Желаю каждой девушке прочувствовать эти эмоции. У меня даже мысли в голове не было, что через пару минут я буду рыдать и говорить: «Да, я согласна». Она мне как-то раз сказала: «Антон, если ты когда-то надумаешь делать мне предложение, пусть это будет интимно, без свидетелей, без никого вокруг, только ты и я. Пусть это останется до конца жизни только в наших сердцах». Но вот я выждал этого момента и сделал это. Я в ту секунду испытала всевозможные эмоции. Это было очень трогательно, и именно так, как я хотела. Я обещаю любить тебя каждой клеточкой своего сердца, в любой ситуации, всю нашу жизнь. Моя дорогая, я обещаю любить, оберегать и защищать. Я тебя люблю и всегда буду любить всем сердцем.